За сутки в Югре зарегистрировали 151 новый случай заболевания коронавирусом. На Сургутский район приходится треть заболевших. Новые случаи зарегистрировали в 15 муниципалитетах. 68 человек с симптомами ОРВИ. У 33 пациентов наблюдается воспаление легких. Еще в 50 случаях коронавирус протекает без симптомов. Таким образом, с начала периода в Югре 2587 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 809 человек выздоровели, 18 человек скончались. Сейчас 58 пациентов находятся в реанимации, 22 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Мы на сегодняшний день не достигаем критериев перехода на первый этап снятия ограничений. Поскольку коэффициент распространения выше единицы, свободный коечный фонд менее 50%, ну вот охват тестированиями у нас высокий, и он отвечает третьему этапу выхода из режима ограничений. 1000 человек с пневмониями, 22 на ИВЛ, говорит о том, что система здравоохранения справляется с нагрузкой, и основная часть пациентов не доходит до ИВЛ, это правильно. А та часть пациентов, которая доходит до ИВЛ, она с ИВЛ снимается и выздоравливает.